По просьбе нарисовал я схему. Позже вы увидите ее на экране. Типичный навесной монтаж. Ничего особенного. Вторая лампа может не использоваться. Сразу можно, если у вас нет звукового трансформатора, как у меня, использовать усилитель низкой частоты на микросхеме. Вторая лампа, она больше как развязывающий такой каскад предусилитель. Но ее можно не ставить сразу после первой лампы на ONC сигнал подавать. Как появится звуковой трансформатор, я уберу, естественно, ONC и поставлю трансформатор. Ну а сейчас предлагаю послушать данный приемник еще раз. Кто не слышал? Bun găsit, dragă Radu, am și pe ascultătorii noștri. Если бы у него было 3 кГц полоска, у него сигнал бы был золотой, а у него 2,4, узковатая. Вот оно и тут так высоких еще добавляется. Так что расширять тебе огород нужно, Костя. Ну да. А что сейчас сделаешь, у меня трансивер такой с такими этими. На трансивере можем проконтролировать сигнал, идущий с приемника. Как слышим, тон чистый, без искажений. Можно сказать, что чистый синус при генерации. Да, валенки это дело. Раньше вспомнил эти валенки, у нас дед на улице жил, он подшивал их. Пятку кожаную такую сделал и следы транспортерной подошву прошивал. Ну, валенки несносные были, прием. Ну да, ну чтоб не протирались так быстро. Что же их вышел, туда-сюда пошаркал, смотришь, стерлись. Ну и что, 160, сейчас может кто ответит сапожник какой-нибудь, так подошьет тебе. Да, ну что, совместный свитель. Совместный свитель. Да я тут насадку вышел заварить. Так взял просто посмеяться, как оно. 1, 2, 3. Подробности об материале Ольги Матвеевой. Согласно закону, клиент имеет право отказаться от товара, даже если он не содержит недостатков. Покупатель вообще не обязан объяснять причины, по которым он передумал. Правда, возвращать онлайн покупку нужно. Thank you.